Сегодня Walt Disney Company отмечает свой юбилей. Компании исполнилось аж 100 лет со дня основания. Именно в этот знаменательный день, 16 октября, кинопрокатчик Winkler и Walt Disney заключили договор на создание мультсериала по мотивам книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Ты, конечно же, знаешь, что главный символ Диснея — Микки Маус. В 1928 году вышел первый мультфильм с этим знаменитым мышонком. До 1947 года Микки Мауса лично озвучивал Walt Disney. Кстати, компания сняла первые в истории звуковой, музыкальный и полнометражный мультфильмы «Пароходик Вилли», «Фантазия», а также «Белоснежка и семь гномов». Walt Disney получил больше всех наград и номинаций в истории премии «Оскар». Всего он снял 111 фильмов и был продюсером 576 картин.